тут и я. Читала сегодня как собака. Пан Портненко. Боже, как красиво. Ну, успокойся, говорю. А так я выгляжу. Всем привет, друзья мои, с вами я, Светлана Та. Мы сегодня отправляемся к Узлим. Она нас пригласила на целый день в гости. То есть с утра мы идем на завтрак, и потом вечером будем жарить курицу или на мангале, что-нибудь такое. Еще приехала племянница с деревни, поэтому мы все собираемся. Ну, племянница, сами знаете, с женихом, они не любят сниматься у меня видео, поэтому буду только показывать, только Узлим. Ну, а я сегодня вот так выгляжу. С утра встала, сделала йогу, на море не пошла. Перегладил очень много вещей. Сейчас мы идем, выходим уже со Шкемом. До встречи и переключайтесь, смотрите дальше. Ну, а так я выгляжу, мои дорогие. Одела вот такие вот летние свои, голубенькие. Потому что сарафан длинный, такой сарафан-комбинезон, очень практичный. И я его с таким удовольствием одела. И сейчас, что у меня нету ничего лишнего, все, похудела Светлана, поэтому настроение шикарное. Ну что, мы пошли, у нас уже ждут. Günaydın. Yengem geldi bugün. Ona kahvaltı hazırladım. Birlikte kahvaltı yapacağız. Посмотрите, у нее перестановка. Какой у нее стол. Какая перестановка. О, şimdi gerçekten super. Посмотрите, действительно, как она классно все сделала. Девочки, мальчики. Вы посмотрите, как классно, говорит, соседями сделала. Сейчас покажу и другую комнату. Башка да ерде гостериджем, а? О, да-да. Олур ми джанным беним. Посмотрите, как здесь у нее. Вы видели, тут же был телевизор с этой стороны. Отлично вообще. Очень уютно стало. Вот так вот. Молодец, Узлимчик. А мы принесли курицу, купили здесь. Будем курочку. Ну, посмотрим, что там у нее еще есть. Но это на ужин. Яичко. Canım istemedi ha? Canım istemedi. Ben şimdi mesela... Parça parça. Eskiden özlemde hafif şeker atıyorsa ben de öyle atıyordum. He. Şimdi mesela öyle atsam ben çayı tövbe içemem. Ya önce mesela şöyle şöyle yapıyordum ben şu. Şekerli geliyor. Ondan sonra... Yemedim ama çok sevindim. Özlemçik sucuk принесла нам жареный. Вкуснятина? Так классно с семьей собраться. Не могу снимать племянницу, потому что она категорично отказалась, сказала, не надо, муж у нее, ну, будущий, очень ревнивый, так что вы слушаете ее только голос, а снимать ее нельзя. Пришла к Узлим. Что вы думаете, я время зря трачу? Вот мы сейчас позавтракали, через какое-то время принесли вот такое кофе мне, а я сижу, работаю. У нас сейчас очень много промоушенов. Вот, бонусы будут давать, если вы купите. Вот, вам столько бонусов дадут. Очень много промоушенов, я сказала. Этот вчера объявили. Подарочки, вот. Видите, подарочек нам сообщат скоро на конференции, которая состоится. И вот, друзья мои. Золото, золотой слиточек. Вот. Кругом. И такая же книжечка. Смотрите. Вот такой кейсик. Нам дадут, кто выиграет. Ну вот, буду пить кофе и продолжать работать. После завтрака мы перешли в эту комнату. Ну, я сейчас перешла, потому что пришла соседка. Турецкая беременная женщина. Я аж до пузика дотронулась. Аж кэмби меня в ром. Сидит рядом. Короче, это... они переживают, что я племянницу сниму. Но я сказала, вы не переживайте, я же не враг себе и вам. Моя красавица сидит. Узлим, сиз до Рамазана, я пыну, чучук. Вы сделайте, говорю, чучук. Ама не гюзель уладжака. Бен сана ярдымджи я пою.
Ben yardımcı yapayım. Yok ya, boş ver. Ben Radit'i gavarı. Рассказывает, обсуждает про беременность. Паксе. А. Антони едет здесь. Хава не дегиштер, диме. Yağmur var bizde. Bizde Mersin'de var yağmur. Vallahi yaylalara yağıyor herhalde. Buraya böyle havayı bulandırıyor sadece. Hadi bakacağız ne var. Ne yapıyorum benim aşkım. Onu посмотрю. Хватит себе доработать. Kim geldi? Привет! Привет! Чмоки, чмоки, чмоки. Муа, муа, муа. А, сен бурада япиёрсен? Бурында. Мангал. Мангал. Biraz sonra az kaldı, да? Şimdi bir şey. Tavuk mangal. Tavuk mangal. Скоро будем кушать. Качество о чем? Мангал, электрический мангалımız. Электрический из Боздуму. Бозулду. Бозулду. Şarj şey, şarj. Şaltir attırmış. Şimdi ben de bunu şeyde salata yapacağım. Böyle aşkım işte. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani çapımızda. Senin buzdolabı dolu mu? Buzdolabı orada. Yok. Yok. Öyle ben fazla bir şey yapmam. Dolapta. Önce. Gelmiyor bizim evde. Сейчас у меня так много нету спрятанного там, потому что сейчас будет, когда курбан, она тогда заполняет мясо. Курбан байрам сора долу улажать, дейль мы? Сачлары гюзели ринки вам синин. Какой цвет красивый, я вид олду. Сары гюз. Сарый кыз, блондинка за углом. Умеет, любят ее все, любят ее, любят ее. Я сейчас люблю. Ой, золотая. Сыни чок северлар, керчекта, сын беним и улыза. Только благодаря узлем смотрят меня, да? Сыни нычин сади бени из лёрла, да и львы инсалары. Вот так вот она делает, хозяюшка. Духовки. Ой, падают мои эти. Красивые эти чеки. Бенде темизлик яптым. Эвде. Хэр гюн темизлиорум битирдым. Посмотрите, как погода поменялась. Солнышко где? Сколько людей, это они сейчас уже, видите, идут с работы. До 4 часов же работают. И заканчивается рабочий день у людей. А я сижу и не теряю зря время, занимаюсь бизнесом. Хочу с вами поговорить и рассказать о новостях из деревни. Значит, тесты у всех отрицательные, и старшая заловка с племянницей вернулись в Мерсин. И вот сегодня нас пригласила Узлем на завтрак и ужин. И сейчас мы ждем, когда подойдет, уже придет и наш зять. И сядем, покушаем и вернемся домой. Я целый день что делала? Ну, помогла, поговорила, все, но в основном занималась своими делами. Состояние у них хорошее, коронавирус у них прошел в легкой степени, проболели они. Заловка не пришла старшая, так как они не общаются с младшей, к сожалению. Но я все надумаю, что когда-нибудь они померятся, потому что Узлем это очень переживает. Не показывает, но переживает.
Но племянница с ней поддерживает отношения, общается, звонит ей, перезванивается. Ну, такие вот у нас дела. Уже пахнет шашлычком. Наверное, скоро мы будем садиться за стол. Моя красавица как жарит перчик. Салата я сделала. Сок граната. Соус. И лимон. Babama hangi ilaçlar verilmiş, babama neler yapmış, ilaçları daha çok iyi. Dişimin gerektiğinde yalvarıyor. Her şey yapıyor. Daha önceki konu için konuşmuş. Türkiye'ye girmiş, onlar görüyor. Tazi sonuçları, hangi doktora muayene oldu, hangi ilacı yazdı. Neyse ki ilaçlı ayı burada yiyecek. Bak, evet, bu işte. Şu alttakileri süte çevirmeyi yapacak. Yapabilirsek. Elimizde yapabiliriz. Так турецкие хозяюшки жарят мангал. Наш пурмари, или как по-грузински говорят, готов. Вот такой вот у нас шашлычок получился. Уже наш зятек подходит. Мы сейчас будем садиться. Естественно, снимать нам некогда будет. Мы расслабимся. Нам приятного аппетита. Ну, а наше застолье не продолжается, как всегда. Потом чай будет, еще что-нибудь будет вкусненькое. Приятного и вам аппетита. Мы так вкусно поужинали, друзья мои. Сейчас покажу вам этот дом. Он мне так нравится. Как мне нравится, ведь он новый. Вот почему мне нравится. Мушмула у них. Вот мушмула как растет на таких деревьях, мои дорогие. Там что, впереди парк сделали? Так здесь район развивается активно. Очень активно развивается. А вот там дальше, прямо, вот там, прямо. Там, значит, уже университетская улица. Мне этот дом очень нравится. Сдают много. Кира. Никто не продает. Конечно, маленькие балкончики. Такой уютненький зимненький вариант, да? Ну вот тут балконы, они все закрыты. Вот оно, что угловая побольше там, конечно, балконы. Ну что, пошли мы, значит, мы сейчас убрали стол. Мы убрали стол и будем сейчас пить чай. Ой, так вкусно поели у меня сегодня. Обжорный день. Так классно. Душа отдыхает и тело. И с родственниками вместе. Мы убрали стол все дружно. А сейчас мы будем, наверное, готовиться к чаю. Как он бегает возле мамы. Северсу на ныси. Анны, северсу? Бак. Теплый мальчик очень. Нас она и кофе напоила. Уже не снимала.
И карпуз. Bir tane, yurtane. Kola ister misin? Hayır, smira seni. Teşekkür ederim. Aslında böyle bugün bayram. Her gün dinliyorum. Ben nasıl hareketsiz alışmadın. Bir şey hareket yapmak lazım. Я говорю, я целый день без движения, надо что-то делать. А ну посмотрим, burada Özlem. Değil mi? А, смотрите, вот здесь мы с Шкимом. Özlemчика. Видите? А ну сейчас Özlem'a. Посмотрите, здесь она нас держит в середине. Вот такая Özlem была, когда я замуж выходила. Özlem был. А, посмотрите, какая гюзель. Посмотрите. Вот это моя Özlem замуж выходила. А? Так, сейчас еще здесь посмотрим. Бу ким бурада? Бурада ким? О, Сара. А, Сара, это соседка, которая беременная была. Так, шимди. А, Özlem. Посмотрите, какая красавица. Макияж ким яфты бурада, ашки? Макияж. Принцесса. А, бурада? Я очень красивая кадр. O da Sara. He? Sara. Sara ne istiyor burada? Senin nerede senin? Benim arkadaşım ya. Bu Özlem bizim. O da ben. Видите, вот показала вам. Ramazan nerede Ramazan? Ramazan'la hiç resmimiz yok. Nasıl? Düğünü yapmadın ya, grup diye Ramazan. Yaptık da. Nerede bilmiyorum. Onlar koymadı. Вот такие чеки у нас за свет. Sen kaç bu su ve elektrik? O şey su. Ne kadar sen ödüyorsun? 52. У нее специальная вода вкусная, которую можно пить. И 52 лиры она платит. Сейчас пойдем на балкон посмотрим, но там же нельзя снимать моих. Так что вот. Из-за этого сегодня не так уж снимаю, вместе сидим на балконе, смеялись, разговаривали, но не могу снимать, вот, слышите, звуки доносятся. Aşkım nasılsın? Özledin seni. Sanki ben geçememişim, biliyor musun? Özledin seni. Ya sus, sosyal. Ama resimli kişilerle temaslar var. Ama annemle falan da herkes yiyoruz. Benim artist o. Sağ olun aşkım. Sen baksana, ben şimdi paylaştım i TikTok'a, i 15 dakika önce artık 300 izleyici var TikTok'a. 300 kişi oldu. Teşekkür ediyorum. Sabahtan beni koydum 2200. Beş dakika sonra uçuz. Вы понимаете, что вы как на ТикТоке ее любят? Bilmiyorum ki ama yabancı. Reklamlardan sonra tekrar döneceğiz. Reklamdan sonra. Kısa bir ara. Şimdi. Hadi iyi akşamlar, görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Like. Bol like istiyoruz. Abone. Abone, paylaş. Yeni aboneler istiyoruz. Спасибо большое, teşekkür ederim. Gidiyoruz. Teşekkürler. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.